И в продолжение темы. Более 4000 сотрудников полиции будут охранять общественный порядок на всех избирательных участках в Одесской области. В резерве правоохранителей еще 1500 спецназовцев. Уже сейчас полиция фиксирует нарушения и различные уловки политтехнологов. В нескольких округах уже появились так называемые клоны однофамильцев кандидатов. Якась ймовірність того, що в Україні з'являться в межах одного округу люди з однаковим прізвищем, є. Теорія ймовірності показує, що, можливо, там один на мільйон такий випадок. А коли їх виявляється 4 на 20, то це вже трошки інша пропорція, яка випадає з теорії ймовірності. Так, к примеру, в Киевском районе в списках кандидатов уже есть 3 баранских и 2 танцюры. Всего по области пока зарегистрированы 3 уголовных производства. Несмотря на высокую нагрузку, в день голосования полиции и другие экстренные службы продолжат работу в обычном режиме, уверяют в МВД. Также правоохранители просят всех граждан, которым стало известно о правонарушениях избирательного законодательства, сразу сообщать на 102.